Среди людей, сидящих в органном зале филармонии в строгих классических костюмах, выделяются гости спецодежды. Форма сотрудников МЧС, офицерские кители, полевое обмундирование. Каждый награждаемый одет согласно уставу своего ведомства. Момент особенный. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручает государственные, региональные и ведомственные награды настоящим профессионалам, гражданам, которые делают свой родной край процветающим и сильным. Это люди разных поколений, работающие в самых разных сферах. Это военные и гражданские, проживающие в областном центре, в небольших населенных пунктах. Но всех объединяет активная и деятельная жизненная позиция – ответственность за результаты своего труда и любовь к нашей малой родине. Среди награжденных, конечно, много военных добровольцев, которые принимают участие в проведении специальной военной операции. Отмечают и тех, кто находится в зоне СВО на гражданке, но все же выполняет свой долг. При этом работали тоже в очень опасных условиях, в условиях частичной разминированности тех объектов, которые восстанавливали. Были подрывы, был подрыв бульдозера. Ну, в общем, в тяжелых условиях все это делалось, поэтому награда абсолютно заслужена. Отметили и рабочий персонал производств, которые сейчас выполняют заказы для оборонно-промышленного комплекса. Не обошли стороной и волонтеров. Марина Чарыкова, одна из первых в регионе, получает почетный знак «Доброволец Пензенской области». О важности учреждения этой награды и то, что ее приняли, очень важно для волонтеров, потому что в многих регионах есть такой знак. И то, что сейчас есть у нас, это еще дополнительная мотивация для волонтеров. Всего в честь дня рождения Пензенской области было награждено 83 ее жителя.